Обед скоро. Так, пойдет. При затяжке многожильного провода в пемнике есть вероятность повредить саму жилку. Это может привести к короткому замыканию. Чтобы это избежать, была придумана пайка, или другими словами, лужение многожильного провода. Но технология не стоит на месте, и появились втулочные наконечники. А вместе с ними и инструмент для прессовки втулочных наконечников. О нем мы сегодня и поговорим. Вначале мы поговорим о моделях ПК-ВК-6 и о модели ПК-ВК-16. Шестая модель позволяет опрессовывать наконечники иншевые от 0,8 до 6 мм2 и двойные иншевышки от 0,5 до 4 мм2. Модель ПК-ВК-16 позволяет опрессовывать наконечники иншевые от 6 до 16 мм2 и двойные иншевышки от 4 до 6 мм2. Обе модели и весь инструмент ПК-ВК оснащен храповым механизмом. Это позволяет совершить полный цикл опрессовки. Профиль опрессовки в данном инструменте – квадрат. Еще большим плюсом в моделях ПК-ВК является то, что матрица в этом инструменте саморегулируемая. Они позволяют построиться под любое сечение втулочных наконечников. Здесь представленный инструмент имеет механизм регулировки прижимного усилия, а также заводскую настройку. При необходимости вы можете ее либо уменьшить, либо увеличить, повернув звездочку в положение плюс или положение минус. Также весь инструмент у нас оснащен механизмом экстренной разблокировки. Вот такой рычаг у нас размещается между двумя рукоятками. Ну и конечно же мы не забыли о модели ПК-ВК-10. Данная модель опрессовывает наконечники НШВ и НШВ сечением от 0,25 до 10 мм2 и двойные НШВ-шки от 0,5 до 6 мм2. Особенность этой модели в том, что она перекрывает 18 типов размеров из 19. То есть данным инструментом вы можете опрессовывать практически все наконечники, которые вы можете опрессовывать этими двумя инструментами, за исключением 16 НШВ-шки. Корпус данного инструмента усиленный и механизм прижимного усилия доработанный. Двухкомпонентные рукоятки из термопласт резины. Также инструмент имеет механизм прижимного усилия, механизм разблокировки и храповой механизм, который позволяет совершить полный цикл опрессовки. Опрессовка длится всего пару секунд. Одно движение, и провод готов к монтажу.